Всем привет! Ребят, я в Грэнни нашла такую интересную штучку. С помощью нее можно заточать Грэнни в подвалах. В подвале, если быть точнее. И что же, начнем. Ставим на нормальную. Ну, я музыку убрала, так как я не хочу с музыкой слушать и играть. Это как-то не очень выглядит. Вот. Я нашла тут такую хитрость. О боже, она мне помогает. Только в этой хитрости надо быть осторожнее, потому что она может умереть, а потом воскреситься и убить вас. Поэтому я стараюсь... Грей, уйди, уйди, Грей. Фу, плохой песик. Вот. Я как бы стараюсь не включать эту обогревалку и в баню, пытаюсь не включать эту, и просто так, как бы быть точнее, просто проходить мимо нее и ничего не делая, просто тупо. Это тяжело, конечно, но так надо посмотреть, вдруг она сейчас придет. Блин, что-то с Грэнни лагает. Просто по-черному. Я не дам ей пройти. Вот. У меня что-то мои Грэнни вообще лагает. По-черному. А что теперь нормально? Нет, не нормально. Сейчас она должна прийти. Чё? Что сейчас произошло? Нет, нормально. Открыла дверь, поставила около двери. Всё. Это для нее закон, конечно. Ну что ж, пошлите. Нам надо осторожно пройти. Так, проходим, побежали. Блин, мне коробка мешает. Чё, чёрт, боже. Блин, попалась. Боже, что это было? Я чуть не обкакался. Да у меня что-то с ним происходит, что-то такое, блин, непонятное. Просто по черному лагает, нереально лагает. Так, блин, куда мне прятаться? Что за меня сейчас за это вы? Блин, она видела, как я сюда запряталась, она меня сейчас попытается убить. Господи мой, но это было не жутко, это что-то было наподобие, ну, между нормальной и ненормальной. В общем, это очень жуткая игра, и она мне не очень нравится. Это все скажут, что она всем не очень нравится. Она может быть прикольная. И в чем прикол? Ну, прикола тут нету, подвох в том, что он ей управляет, эта куколка, так сказать. В общем, мне надо пройти эту сраную игру, блин, потому что я уже сколько не пытаюсь. Ну, конечно, прошла два раза, но как я скачала неделю-две назад или неделю назад. Короче, я ее скачала, и, блин, после этого она мне вот так тупить начала, и я пыталась пройти игру, но у меня больше не получалось, так как у меня вот это тупит. Ну, сами понимаете. Тупит вот это и пройти невозможно. Не понимаю, куда иду. Но мне потому что иду. Да нет, туда не нужно. В чем прикол? Тупит, блин. Ну, вот, теперь должно быть нормально. Включить Wi-Fi.
Я не знаю, что из этого получится. Алло. Может, отключить Wi-Fi, может, поможет. Я не знаю. Я чего уже только не пробовала. Нифига не помню. Так, я здесь пыталась пройти, кажется. А, было такое, что когда я вот здесь вот хотел наверх пройти, не получилось, потому что Гренни заставила там все коробками, и я не смогла пройти. Черт, предлагает, что такое? Блин, мне говорят, пройди ее. Ну как для меня ее пройти, если она не проходится? Мне вообще никак не ходит, не проходит. Я попытаюсь ее пройти, потому что она тупит по черному, пипец просто. Да ладно, блин. Пройди ее, сами бы пришли бы ее. Я посмотрела на нас, как бы вы проходили. Ха-ха, чё, бабуся, не можешь меня найти, да? Не можешь, да? Не можешь. Хорошо, что не можешь. В смысле, ты неправильно играешь, нельзя капканы ставить. Чё, так придется головой, что ли, мотать? Блин, ну я так вообще, наверное. Вот так. А, должно быть, наверное. Возьмем. Это пустяки, да, то, что я уже 10 вещей уронила, это пустяки, конечно. Я согласна, пустяки. Так, надеюсь, она будет работать. Я вовремя или не вовремя? Где все? Да, я вовремя успела сесть. Думала, не придет. Как тогда пыталась сесть, а она не пришла. Ну, то есть просто так села и все. Ну, только сидела просто и все. И смотрела, как она. Смотрела, думала, придет. Она меня обидела. Гости ко мне не пришло. Да, вот меня бывает, она обижает. То, что вот. Иногда она ко мне не приходит. Так, надо убедиться, что она сейчас не придет. Считаем до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Бросаем молоточек, бежим, бежим, бежим отсюда. Бежим сюда, вот сюда, все. Все должно сработать. Она должна сейчас прийти, спуститься и пойти туда. А я тем временем сделаю небольшую баговую хитрость. Вот так. И закрою ее вот этой. Вот, ребята, вот такая вот баговая хитрость. Главное, на вот такую вот штучку не нажимать, потому что она умрет и воскресится. Так что вот такая вот штука прикольная, она не сможет с нее выбраться. Наверное. Я не знаю. В общем, я пошла проходить игру. Да. В смысле, ребята? Она может ее сломать. Да ладно. Это нечестно. В общем, ребят, вот такая баговая хитрость у нас была. Так что ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. Всем спасибо и пока-пока.